Спонсоры программы – микрокредитная компания «Дом денег». Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Единый центр страхования ОСАГО. ТРЦ «Ледяной». Первый этаж. Телефон 58 15 87. Магазин автозапчастей «Автотрейд». На Воронкова 1. Запчасти в наличии по доступным ценам. В Архаринском районе водитель иномарки Toyota Prius не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder. Травмы получили оба водителя, 32 и 54 лет, а также 51-летний пассажир Fielder. А в Благовещенском районе автомобиль Hino съехал с проезжей части и опрокинулся. 55-летний водитель получил травмы. Как стало известно АСН-24, авария произошла на Новотроицком шоссе приблизительно на 12-м километре. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. Жителю Тынды вынесли приговор за нападение на следователя, бывшего при исполнении. По части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти», его приговорили к 3,5 годам в колонии особого режима, сообщает Амурское следственное управление СКР. Конфликт возник в феврале этого года. 30-летний осужденный был в гостях у знакомых в одном из домов Тындинского микрорайона «Беленький». Следователь пришел, чтобы вручить повестку хозяевам жилья. Не справившись со своей неприязнью, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбляя следователя, нанес ему многочисленные удары по голове и телу. Помимо срока, Тындинский районный суд назначил обвиняемому взыскание. Он заплатит потерпевшему следователю 30 тысяч рублей в качестве компенсации морали. Вреда. И о ситуации на дорогах. В Благовещенске столкнулись Honda Fit и Toyota Carina. Авария произошла на регулируемом перекрестке. Как сообщает Амурская ГИБДД, водитель Honda выехал на красный свет. Оба водителя 32 и 24 лет получили травмы. Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП в районе перекрестка Северной и Мухина. Маршрутный автобус притормозил на остановке по улице Северной, а водитель автомобиля Honda CR-V не успел среагировать и допустил столкновение. Повреждения получили только транспортные средства. Серьезные повреждения получил автомобиль Honda Fit в момент ДТП на улице Театральной в районе центральной электросети. Honda двигалась по Театральной в сторону кольца, а водитель, управляя внедорожником, не пропустил ее. О пострадавших не сообщается. Краснофлотская 12/1 – место очередного ДТП. Автомобиль Nissan Gwin Road стоял припаркованный, а водитель за рулем грузовика сдавал назад. Не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на Nissan. Повреждения получили только авто. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Хорошие деньги для хороших людей. «Дом денег». Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лазо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57-48. Единый центр страхования ОСАГО приглашает автовладельцев оформить полис ОСАГО по государственным тарифам в торговом центре «Ледяной», первый этаж. Ежедневно с 10 до 20 часов. Телефон 58 15 87. Новый магазин автозапчастей в Благовещенске. «Автотрейд» – это более 70 тысяч наименований запчастей в наличии на складе и по доступным ценам. Работаем без посредников. «Автотрейд» на Воронкова 1. Телефон 49 45 55.